Всем привет, ребята, добро пожаловать на канал Moviplay Max. С вами я, Макс Крэч, и сегодня мы поиграем в PUBG Players Unknown Battleground, или как-то так, до сих пор не могу название этой игры выговорить. Многие из вас эту игру просили, многие наоборот не хотели. Мне она как-то не зашла, судя по тому, как я видел, как в нее играют, но сам никогда не пробовал. Ну, короче, я решил все-таки попробовать. И вот сегодня... Это, кстати, я там на заднем плане сейчас болтал. Наверное, уберу это при монтаже. И сегодня просто запишу для вас небольшой коротенький ролик. Посмотреть, что там да как, заодно увидите. И, короче, я побегал два боя. Их вы увидите. В первом угарный момент и больше ничего, потому что потом я начал... Просто тупо крутить мышкой, смотреть управление, как перезаряжаться, как прицеливаться, приседать, садиться. Короче, разбираться с управлением, разбираться с интерфейсом. А второй бой уже у меня вышел на самом деле первым. В общем, смотрим. А, ну и тут будет ржака. Сука, 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 он где-то прям недалеко от нас упал. А закрой-ка я... Да, закрою. Маска, отлично. Белая рубашка. Помирать так в... Хотел с музыкой. В белой рубашке. О, штаны. Мне очень страшно. Хорошо, что есть сменные штаны. Ах ты, сука, по-моему, он был с пушкой. Спалил, сука. Я думал, я проскочу. Так, Мансим. А чё я бегу, собственно, а? Эй! О, PvP один на один на ножах. Ты где? О, вот он. Ну-ка давай. Точнее, на руках. Сука, садимся. Стой, сучара. Ты попал не в тот район, Лос Пиндосос. Росрусос идет тебя убивать. Стой. Стой, сука. Ты... патроны кончились. Так кончились, хрен с ним, давай в рукопашку, ёпта. Стоять. Тут козлина, а. Прыжок. Сука, сука. Как тут, как перевозить? Прыжок. А-а-а, полоса препятствий. What the fuck. Опа. Чё за кочерга? О-о-о, какая-то коса. Ща мы тебя косить будем, ушлёпок майонезный. Ты где? Где ты, тварь? Сука. Тут же козлина, а. Вот цикло-то, блин. Пипец. Ладно, хрен с ним. Мне бы чувствительность мыши настроить бы и проверить бы. Чё тут, как вообще управлять? Чё так прицеливаться? Так, так, присесть, стоять. Интересно, где тут карта? Ладно, этот ушлепок, видимо, зассал. Того ушлепка я так и не нашел, он от меня смотался. В общем, я начал разбираться с управлением и даже не заметил, как подошла, как это называется в этой игре, зона. И все, и мне хана. Вот, а это уже второй бой, короче, смотрите. Буду царем горы, идите нахер. Да, графон. Ландшафта. Скалы еще бы немного и был бы хард. Че, полетели, да? Так, я забыл, на какую кнопку выпрыгнуть из этого гребного вертюляптора. Без комментариев, ребята. А, F, катапультироваться. Ферштейн. О, смотрите, как тут сидят, прямо видно. Только вываливаются они откуда-то сбоку. Ёперный театр, а что ж такие текстурки-то ужасные? Ладно, хрен с ним, мы здесь не за графикой. А за прикольным хардкорным геймплеем. Хотя все говорят, что тут все зависит только от удачи.
никакого скилла, никакой тактики. Насколько я понял, вот так, короче, летим быстрее, ну, типа, как в жизни все дела. А чтобы прицелиться, надо примерно... Я хз, что делать? Ну, я держу примерно вот на уровне головы то место, куда хочу прицелиться, вроде бы туда он летит. Или мне так показалось. Я хз, короче. Ту-ду-дум, 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 ту-дум. Приземляется прям как этот. Не знаю кто. Так. Дверку-то мы закроем. А какая? Какая разгрузочка? Так, что еще ну здесь? Да ладно! Хёклерункох, или мне кажется? Так, отлично. Сразу перезарядочка. Ложа. Ну, наверное, это на эту пушку не пойдет. Это надо под какую-нибудь ППшечку, скорее всего. Ух ты! Да ладно. В этот раз повезло больше, чем в прошлой катке. Ну тот хмырь, сука. Чё же он убегал, ты дурак? Ну кончились у тебя патроны. Давай в рукопашку, ну чё ты? Один раз живем. Так, о. Так, целится одно нажатие. А, я вообще-то хотел сменить темп стрельбы, как в сталкере, на ноль у меня это. Тут какого-то фига энергетик выбрался. Это что было? Патронтаж на приклад. Так, а теперь как там все писали у меня на стримах? Когда купишь PUBG, сядь в дом и сиди. PUBG типа игра для кемперов. Да я что-то сомневаюсь, но... Ух ты, наклоны какие прикольные. Прикольно, прикольно. Не понял? Да, графоний, конечно, топ. Нет, пацаны. Графон офигительный, вообще прям ультра-супер-супер-бупер-ультра... Графоний. Нет, пацаны, нет. А, вот. По-моему, кто-то идет. Так, а что значит это гребанное красное пятно? Фига себе, я нашел мячик, пацан. Каска, ага. Угу. Все-таки каска. Так, вроде никого. Погнали. Так летают тут всякие... О, там какой-то типа это, как в Расте, блин. Кстати, из тех, кто смотрит видосы в Раст, кто-нибудь играл в Battle Royale? Battle Royale. Так вот, я забыл, что я говорил. Ага, там аирдроп, по-моему, прилетел. Если тут есть такое. Слушайте, как много общего с Растом, с Battle Royale. Даже тона карты такие же. Оформление. Аирдроп есть. Принцип, в принципе, тот же. О, да, ну! What the fuck? Какого хера? Это чё за война, ёпта? Кто в меня наяривает? Почему вокруг всё красное? Какого лешего? Щай меня причпокнет. Щай меня вздрепочет. Это из чего ж херачить надо? Это бомбардировка, по-моему, была, а? Фу, у меня же за язык начал заплетаться. Это что это было? Теперь я понял, что это за красные пятна на карте. Нормально. Прикольно. Чуть не испугался. На крик, который вы слышали, это я не испугался, это был боевой ор. Смотрите, там на ящике справа лут лежит, и это как-то подозрительно странно, что он на видном месте. Так, никого? Никого. Почему странно по... А тут... Тут никого. Так, тихо.
Почему странно? Потому что такое чувство, что как... Как приманка лежит этот Лутецкий. Там кто-то сыт! А не сыкло ли это с прошлого боя, а? Который не захотел в рукопашку биться. А ну-ка давайте посмотрим. Так, дверку закрываем. Ну где ты, сыкло? Слышите, там что-то журчит. Погромче надо при монтаже этот момент сделать. Воу, халатик! То есть, в смысле, плащ? Фига, теперь я крут. Штаны как раз поменял. Так, как там прицелиться-то? Так. Зря это я! Стой, сыкло! Да где он? Где эта тварь? Да ладно. Понятно. Капает, а на потолке разводов нет. И даже дырку не нарисовали, хотя она ни к чему, бывает, сквозь целый потолок падает, вода капает. Ну хотя бы водяные разводы, типа, на мокрую поверхность сделали бы. Р. Реалистичность. Г. Графика. Г. Хорошая графика. Нет. Так, ладно. Осмотримся. Это чё это там? Едриптих, пацаны, там снайперская винтовка. Пойдемте посмотрим. Очень похоже на винчестер. Винчестер 1000... Чё-то там забыл. Сука, да, это он и есть. Да, это он и есть. Рычажный взвод, вон, вижу. Сука, ладно. Я хз, какие тут пушки, как в игре? Так, сейчас спять сек, ребят, надо кое-что посмотреть. Так. Ребят, я это, наверное, при монтаже оставлю. Кто подскажет, что это за хрень там в океане? Вот это. Какая-то, блин, нефтедобывающая вышка, возможно. Вот, кто видос будет смотреть в этом месте, подскажите, пожалуйста, можно ли туда запрыгнуть? Ну, с самолета, когда спрыгиваешь... В теории, можно ли туда приземлиться? А, еще, можно ли в этой игре плавать, типа? Вот, интересно. Ладно, поползли дальше. В смысле, побежали. О, пятношапка. Сайга, что ли? Да ладно, сайга, ребят. Фига себе, в игре есть сайга. Уже неплохо, уже неплохо. Как она стреляет здесь, я не знаю. Так. А каску, я так понимаю, если я правильно понял, она типа второго уровня. Это, наверное, она типа лучше, чем та, которая была на мне до этого. А нельзя их тут стопками друг на друга типа одевать? Ха, несколько касок. Вот это была бы реально ржака. Ограничение обуви через 10 секунд? Серьезно? Побежали. Надеюсь, в этот раз меня никто не будет бомбить. А фиг ли наша цель не выжить, не допробраться в там топы какие-то, хренопы. Вот, наша цель. Типа, чё хотел сказать? А, посмотреть, как тут вообще в тебя люди стреляют, как это выглядит и так далее. То в прошлый раз я умер из-за того, что в настройках засмотрелся. И меня убило сужение вот этой зоны. Не заметил. Так что нам главное не убивать. Нам посмотреть, как в нас стреляют. Я-то с этим управлением, кстати, к которому так и не могу привыкнуть. Оно как-то очень странно сделано. Даже при прицеливании от первого лица. Текстурки. Охренительно крутые текстурки. Нет. Так, ладно, неважно. Мы такие типа стоим и поджидаем врага. А вот так выглядит зона. Вот так эта гребаная стенка выглядит. Ясненько. Интересно. Ух ты, а чё это там? Если туда влезть, то, наверное, будет такой голос. Добро пожаловать в затекстурье.
О, ты, чувачок! Шмали в меня! Чувак, чувак, вернись! Прости, я не хотел тебя убивать. Это реакция, палец сам, мать его, я не хотел. А смотрите, как он прикольно упал, нога на ногу такой, типа. Ух ты, прицел тут у тебя. А это могу? О, это сюда, могу. А, короче, смотрите, ребят, тут для тех, кто в пушках не шарит и в обвесах, ну, тут еще так нарисовано, прям реалистично. Нет. А, вот, когда наводишься, короче, на какую-нибудь приблуду, на обвес, на тактический модуль, и вообще любой предмет, он сразу подсвечивает автоматически те, короче, слоты, как бы подсказывает игроку, куда эту ахинею можно прицепить. Вот оно как. Угу. Казуалина, короче, все, дальше некуда. Хотя нет, всегда есть куда оказываливать. Ладно, так, все равно никто не поймет. Так, это что такое, я не понял. Ага, угу. Ага, угу, уже одел. Могу ли отсюда выкинуть, интересно? Не пойму, вот слева столбик это его, справа столбик это мое, наверное, да? Мои вещи, его вещи. А почему вот броник и... О, перчатки. Почему броник и каска красным? Что это? Это что такое? Я не понял. Что происходит? А-а-а! Ёпрысы-то! Применяй аптечку, это зона! Это зона, брат. Здесь чего только не бывает. И того не бывает. И этого не бывает. Твою ж мать. Как-то так, ребята. В общем, хотите папка на стримы, слепите свои лоу-кики, лосей, лайк, лайки, пальцы вверх, кто как желает. В общем, будет вам счастье, типа. А еще здесь есть повтор. Это круто, это круто. Вот так, ребята. Это был такой пробненький видос, просто смотр, как тут чё и разборчики с управлением. А вот, как-то так. Может быть, на канале будет папка, может быть, нет. Тут больше от вас зависит. Всем спасибо за просмотр, всем удачи в жизни, всем удачи в играх и до скорых встреч. С вами был Макс Скрэч. А вы попали в первую десятку? Зачепись, новичкам не везет. Сам виноват, засмотрелся, мог бы жить.